Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей очередной встрече. Сегодня мы приехали в Ласпи. Этот поселок городского типа довольно сильно отличается от находящейся рядом Фаросы или, предположим, Алупки. Он на самом деле является самым настоящим ландшафтным заповедником, в который входит и урочище Батилиман. На карте Крыма его можно увидеть вот здесь. Сегодня мы познакомим вас с общедоступным пляжем, который можно посетить всем, кто отдыхает неорганизованно, то есть не в пансионатах, базах отдыха, отелях и кемпинге, расположенном в этом уникальном месте. У них свои пляжные территории, на которые вход ограничен. Ласпинская бухта интересна многим. И знакомство с ее достопримечательностями можно начать с посещения пляжа, на который мы приехали. Он не имеет необходимой инфраструктуры. Даже элементарные навесы от солнца в этом году на нем отсутствуют. Соответственно, пляж полудикий, не подходящий под параметры нашей рубрики «Лучшие пляжи 2024». Но ведь и сам Ласпи не подходит под некие стандарты курортов Крыма. Однако это не мешает людям влюбляться в это место, приезжать сюда из года в год и считать отдых здесь, если не самым лучшим в мире, то самым оптимальным точно. Сейчас перед нами, пожалуй, лучшая гостиница Ласпи, которая называется «Бухта мечты». У нее, конечно, собственный пляж, а общедоступный, на который приехали мы, находится прямо рядом с гостиницей. Он перед вами. Напоминаем, что в нашем телеграм-канале «Мир путешествий» публикуются цены на питание и много другой актуальной информации. Подписывайтесь и будьте в курсе. Кстати, навесов от солнца пляж лишился во время ноябрьского урагана 2023 года. Вслед за этим утратил статус муниципального. Как следствие, его инфраструктуру восстанавливать не стали. Но желающих посетить пляж ничуть не убавилось. Многие приходят сюда собственными зонтиками и маленькими палатками. Мы не будем пытаться найти ответ на очевидный вопрос, а почему, собственно, не стали восстанавливать эту пляжную территорию. Вероятно, для этого имеются веские причины. Будем просто воспринимать это как очевидный факт. Особенностью этого места является очень каменистое дно. Заход в воду удобным не назовешь. Берег тоже покрыт галькой разного размера. Большие валуны живописно разбросаны буквально по всему побережью. Но это лишь подчеркивает красоту бухты и предоставляет возможность любителям фотографии делать оригинальные снимки. Также рады такой каменистой действительности, как начинающие, так и опытные, насмотревшиеся на разные дайверы. В одном из наших предыдущих обзоров Ласпи мы рассказывали о знакомом дайвере, который предпочитает нырять с аквалангом только здесь. Да что дайверы, даже обычная маска позволит любому увидеть сказочно красивый подводный мир Ласпинской бухты. Такое зрелище запомнится надолго. На этом наш блиц-обзор сегодня заканчивается. Ставьте палец вверх, если он вам понравился. Пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь, чтобы путешествовать по Крыму вместе. Канал «Крымские каникулы» желает вам крепкого здоровья и хорошего настроения. До следующих встреч! Ha ha ha!